Окруженный парками, островом Татышева и спортивной ледовой ареной. Такой вид открывается с высотки, расположенной в самом центре взлетки. Сегодня посмотреть квартиры в новостройке пригласили и красноярцев. Дмитрий с дочкой среди первых посетителей презентационной квартиры оценили и планировку, и мебель. Ну, понравилась интересная планировка, там гардеробная комната, большая кухня, здесь светло, вид хороший получается на Енисей. Ну и вот будет строиться арена, здесь вот будут проходить игры в 2019 году. Будет благоустроенный парк. Ну, хорошее место. Чистовая отделка и удобная планировка – все это можно оценить уже сейчас. Толщина межкомнатных стен на целый кирпич. Со временем во дворе появится подземная парковка и детский сад. Точечной застройки в этом месте уже не планируется. Поэтому удачное расположение – особенность этого жилого комплекса. Так как «Арена Север» находится в шаговой доступности от нашего жилого комплекса, естественно, многие родители смотрят на этот факт, обращают на него внимание, потому что любого ребенка можно будет приводить на секции, на дополнительные занятия недалеко от дома, то есть не тратя время в пробках, да, и беспокоясь, где ваш ребенок находится в данный конкретный момент. Дом номер 3, в котором находится презентационная квартира, будет готов к заселению уже этим летом, а сдача второго дома планируется в декабре. 1 апреля стартовала акция «У нас тоже есть дети». Скидка 1% на каждого вашего ребенка при покупке квартиры в жилом комплексе «Новая панорама». Базовая скидка в 2% остается в силе. Думаете о будущем? Звоните 298 90 05.